Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Атлас азиатской России». Значит, продолжая копаться в библиотеке Конгресса, вот так вот мировая цифровая библиотека, натолкнулся вот на такой интересный атлас, который хочу вам показать, чтобы вы его посмотрели и прочитали. Может быть, что-нибудь вы найдете в нем интересное, что я пропустил. Атлас азиатской России, значит, 1914 года он. Этот подробный атлас азиатской части Российской империи издан в 1914 года переселенческим управлением Главного управления землеустройства и земледелия, представляет подробную информацию об исторических, географических и экономических особенностях России к востоку от Уральских гор. Атлас был создан в то время, когда эти территории получили новый импульс для развития аграрных реформ, которые, начиная с 1906 года, председатель Совета министров Петр Николаевич Столыпин 1862-1911, атлас является одним из лучших примеров дореволюционной русской картографии. Он включает в себя общие карты России, гербы и карты губерний и областей, информацию о видах землевладения, землепользования и городской застройки. Также включены схемы, что документ различные аспекты развития азиатской России и усилия, предпринимаемые департаментом по переселению для помощи крестьянам, переходя из густонаселенных районов в европейской части России в малонаселенные районы Сибири и Средней Азии, указатель географических названий и статья о картографии азиатской России сопровождают основной текст. Атлас находится в Иркутской областной научной библиотеке Сибири. Так, значит, давайте вот. Я вот своим подписчикам, у некоторых не получается, почему-то у них нет вот этого вот с английского перевода вот этого текста. Не знаю, может быть, это у меня браузер, вот видите, у меня вот здесь вот переведено с английского. Вот тут вот раз, и вот галочка стоит, всегда переводить с английского. Поэтому, не знаю, попробуйте через Яндекс браузер, может быть, это он переводит, а не на этом сайте. Так, значит, поехали. Вот, значит, этот атлас. Очень классно вот тут вот все сделано. Нравится мне так тут шариться. Удобно, все приближает. Любую блоху можно увидеть. Так, поехали. Содержание. Вот, значит. Огромное количество тут материала. Смотрите на здоровье. Может быть, кто-нибудь что-нибудь интересного увидит. Так, видите, да, вот и поехало. Предоставляются вот такие вот карты. Обратите внимание. Царство Китайское. Смотрите, где оно находится. Кусочек отделен двумя стенами. Видите, да? Так, карта это значит карта Сибири Петра Горбунова. Ой, Годунова. 1667 год. Так, поехали дальше. Есть вот такая карта. Чертеж Сибирские земли 1672. Так, я вам сейчас кое-что тут зачитаю, маленько всего лишь, не буду вас отвлекать, очень много, 140 страниц вот здесь вот в этом атласе, поэтому сами все посмотрите. Карта Иркутской провинции из атласа 1745 года. Так, смотрим.
Россия в 1562 году, времен Ивана Грозного. Копия с карты Джекинсона, изданной В. Каратом. Изображение московского государства и сибирских земель иностранными путешественниками до покорения Сибири Ермаком. Наиболее известной из современных картографических работ. Значит, смотрите, я уже где-то на просторах интернета такую карту видел, но тут вот что интересно, смотрите, вот тут вот текст есть, то ли на латыни, то ли там на английском, не знаю. Но вот тут вот есть, ребята, перевод. То есть можете все вот тут прочитать, про что тут, о чем говорится. Это вот здесь, значит, говорят, вот так вот, вот эти люди покойников хоронят, значит, они на деревьях. Все вот тут вот написано. Пожалуйста, читайте это так. Какой народ? Киргизский, живет толпами. То есть в ордах. Прочитайте. Так, вот здесь. Золотая баба. То есть золотая старуха. Все начинается жителями Абдории или Югории. Жрец спрашивает у этого идола совета, что им делать или куда переселиться. И чудно сказать, сей идол дает определенные ответы вопрошающим. И следует верное исполнение. Видите, давайте вот кое-что вам покажу интересное. Значит, там, значит, некоторые утверждают, что как бы не было никакой этой Тартарии. Вот давайте я вам покажу, что вот тут в этой книге пишут на эту тему. Иван Васильевич Великий, государь России, князь Московский и прочее. Вот это вот про него тут написано, вот он. А теперь, ребята, смотрите, что здесь написано. Изображение России, точка, Московии и Тартарии англичанина Антонио Джекинсона, изданное в Лондоне в 1562 году и посвященное сиятельному князю Генриху Сиднею, правителю Валлиса. Издание переселенческого управления, главного управления землеустройства и земледелия. Вот, значит, смотрите, пожалуйста. Поехали дальше. Россия в 1613 году, эпохи воцарения дома Романовых. Копия с карты Гарица, изданной Коордом. Чертеж земли Московской 17 века к воцарению дома Романовых, приписываемый царевичу Федору Годунову, издаваемый иностранцами и посвященный царю Михаилу Федоровичу. Так. Вот, значит, опять смотрите, ребята. Тартария. Вот они, тартары. Анатолия. Так, что тут? Карта России, исполненная с автографа Федора, сына царя Бориса, и расширенная до рек Двины, Сухоны и других мест, насколько можно было сделать на основании дошедших до нас карт и известий, и посвященная Геселем, ох, ну, короче, кому-то тут посвященное, и, значит, московскому, новгородскому царю, казанскому царю, астраханскому царю, сибирскому государю, псковскому великому князю, тыры-пыры тролевали. Так, поехали дальше. Первая сохранившаяся до наших времен в подлиннике древнейшая карта Сибири, составленная сыном тобольского боярина Семеном Ремезовым. Север карты внизу, восток на левой стороне. Почему-то вот север показан внизу.
Читайте, кто смотрит, кто хочет. Вот так вот все чудесно приближается. Поехали дальше. Так, что это? Это, видать, та же самая Ремезова. Смотрите, может, что-нибудь интересное увидите. Поехали дальше. Вот тут вот, ребята, я вам интересное зачитаю. Значит, напоминаю, 1914 год. Смотрите, что написано. В 206 году сентября, в 20-й день, по указу великого государя и по приказу на Москве, в сибирском приказе думного дьяка Андрея Андреевича Винюса, велено Тобольскому сыну боярскому Семену Ремезову написать на Москве, бывшей всей Сибири, два чертежа на белой китайке, другой на лощеной бязи. Выбрав с привезенных к Москве и со всех сибирских городовых чертежей, писанных по перчам на одном полотне, вместить все сибирские города, Остроги и Слободы, и погосты. Вы скажете, да ну, это ж какой-то, какой 206 год, это опечатка. Нет, ребята, смотрим дальше. Так. Писан на Москве в сибирском приказе со всех городовых чертежей в 207 году сентября в 18 число по белой китайке длины 6 аршин, поперек 4 аршина, лист 21. Два уже раза, теперь смотрим далее. В 195 году июня в 16 день по указанной грамоте великого государя Тобольский сын боярский Любим Зайцев мерил государственной саженью и клал версту по 1000 сажен. От города Тобольска до Шишкиной деревни 5 верст, от Шишкиной до Меримовых юрт 5 верст, от Меримовых юрт до погоста Долгого Яру дюстыры-тыры-пыры. То есть, напрашивается вопрос, от какого времени они мерили 207 год? То есть, а упоминание Ремезова это приблизительно около 1700 год. То есть, это уже при Петре. Но тут написано 206. То есть, от какого-то момента они 206 лет отмеряли. Поехали дальше. Карта земель Нерчинского города. Вот тут вот, ребята, интересно, смотрите. Китайская стена, что ли? Потому что здесь север тоже внизу. Море, океан. А вот она, Япония. Видите, да? Вот, да, пустыни Гоби, видите, да? Поехали дальше. Карта распространения русского владычества в азиатской России. Так, ну это ладно, можете все сами посмотреть. Короче, чтобы не затягивать ролик, смотрите все сами, читайте. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Буду показывать вам много интересных документов. Ну и ссылку, естественно, оставляю. До свидания.